Почему я выхожу из кино, и я единственная из девушек плачу? Неужели всем остальным девушкам просто все равно на жизнь человечества? Ну, правда. В общем, вещаю вам с потекшей тушью фильм «Гренландия». Я очень сильно давно хотела на него сходить. Я видела как бы тизеры в интернете, и вот наконец-то он вышел. Я попала, ставлю лайк. На ночь чуть-чуть грузовый, конечно. Остальным сори, кайф ты поймала, тебе всегда мало. Ты не представляешь, как мне тебя не хватало. Сильно бьется сердце, сама не ожидала. Наконец-то твоя совесть тебя наказала. Девочка, предвкушение азарта, когда встретил тебя. Take your body, baby girl, make it go side to side. Earthquake, earthquake, whoa, you. Которых вы не можете, или я только одна такая странная штука, что если я не начну свой день со стакана воды, теплой воды, с лимоном или без, но главное, чтобы она была теплая, то все, я понимаю, что мой день не задался. И мне интересно, есть ли у вас какие-то тоже свои такие ритуалы, привычки? Всем доброе утро, друзья! Я тут решила начать вещать вам в своей супермаске. И пока я готовила завтрак, я задумалась над тем, какая же все-таки у каждого человека разная утренняя рутина, какие-то свои привычки, ритуалы, без которых они не могут. Вот у меня, например, есть такая... Fuck you, baby. Hopefully we don't have no babies. I don't even wanna go back home. Hopefully you don't leave my home. Before I die, I'm tryna fuck you, baby. Friend, friend, friend. Good brother, we're not looking at Fendi hoodie. Ребятки, мы давно с вами не разговаривали, поэтому пока буду сушить волосы, покидайте мне вопросиков, и я на все отвечу. Вот я высушила волосы и отвечаю на ваши вопросы, параллельно крашусь. Эту маску мне делала вот эта вот прекрасная девочка, поэтому переходите на ее аккаунт и заказывайте такие вот крутые маски. Если честно, я немного скучаю за своей школой, за всеми хорошими моментами и так далее, но сравнивать я все-таки не могу, потому что все равно в любом случае после школы вам придется пойти или в университет, или в колледж. Еще длиннее. Окей, как-нибудь сделаю. Конечно же, я люблю больше фотографироваться, но вообще я думаю, что я неплохо и кого-то могу сфотографировать. Учителя — это очень сложная профессия, которая дается далеко не всем. Поэтому, если у вас есть учитель, которому вы хотите искренне сказать спасибо, то поздравьте его сегодня, ему будет очень приятно. Да, я сегодня ездила в свою старую музыкальную школу для того, чтобы поздравить одну из своих учительниц с сегодняшним праздником, так как у меня, правда, есть много за что сказать ей огромное спасибо. И я считаю, что учителя — это вообще очень важные люди в жизни каждого из нас, профессия. А по пути домой я наконец-то забрала свой новенький спортивный костюмчик, это украинский бренд. Если бы вы знали, какой же он мягкий, там было много разных цветов, но я почему-то остановилась на сереньком. И, как известно, много спортивных костюмов не бывает, так что... Конечно же, больше я люблю... Мама, тихо! Тихо, я сторис снимаю. Сторис снимаю! Спасибо большое. Не возникало такого желания, потому что зеленые глаза самые редкие. Моей собаке уже 3 годика, также одному коту где-то 8-9 лет, а другому 11-12. Да, ребята, совсем скоро я буду устраивать свой розыгрыш, я уже хочу вам подарить подарочки. Так вот, что 100% будет, это коробки с косметикой, еще я думаю насчет колонки или наушников, напишите мне в директ, чтобы вы больше хотели. Я думаю, что C1. Шучу. Скорее всего, A1. Но на самом деле я не знаю. И если вы знаете какие-нибудь сайты, где можно проверить свой уровень английского, то скиньте мне, пожалуйста, в директ.
Summer came like cinnamon, so sweet. Double Dutch on the